И сегодня мы открываем колодку. Привет, ребята! Сегодня Николь получила подарочек, то есть посылочку от дедушки и бабушки, да? Да, Николь всех любит по именам называть, даже маму и папу. Для нее все друзья, да? Да, и вот Скарлетт. Подружка. Ну что, давай открывай посылочку, посмотрим, что там тебе передали. Давай. Вот папа наш помогает. Привет, привет. Давай я тебе помогу, Николь. Та-дам! Что там? Птичья! Ну это не только от дедушки и бабушки, это еще от родственников, да? Да! Мне нравится! Да! Классно! А что это такое? Давай открой, что там? Что она делает? Николь, мне не видно. А, это для игрушечек. Классное какое. Да, мне нравится. Ух тышка. Дверь. Там Мини-Маус нарисовано, да? Классное какое. Оно что, застегивается там? Да. Ну, видишь, оно как коробочка разлаживается. Да. Не как сумочка, а как коробочка. Так, вот, смотри, и вот это вот вниз. Вот, видишь? Видишь, она так, опля. Оп, домик. Прикольно. Получается. Да, это домик Мини-Мауса. А ну поверните. Прикольное какое. Классно, ну, там Микки Маус и Мини. Маус, смотрите. Что это? Коробочка для... еды, для, да? Для завтрака, кстати, да. Будешь ходить, да? А ну открывай, что там внутри. Давайте посмотрим, подожди. Смотри. Что там? Покажи. О, и киндеры. Класс! Ну давай их потом откроем. Давай, что еще есть? Вкусняшек, сколько тебе передали, да? У нас, кстати, в Италии сейчас редко найдешь киндер. Ух тышка! Какая прикольная! Классная маленькая такая. А что у нее там на шее? Звездочка какая-то, да, висит? Да. Классная какое! Какая собачка клевая! Да! Может, там собачка еще была? Да, да. Это тебе твоя сестричка. Хотя нет, она тебе тетя. Но возраст как сестрички. Передала тебе подарочки тоже. Давай, доставай, что там еще есть. Зачем улитка? Ух тышка! Вау, какая прикольная улитка. Ты видишь, на море. Все, надо на море ехать, Николь. Клево какое. Давай, что там еще а есть? Там нету дырки? Нет, наверное, нету дырки. Давай еще, что там есть у нас? И собачка на нем. Да, собачка. А хотите есть? Что там есть? Пока... вау! Игла! Ничего себе, точно игра. А ну поверни, поверни ее. Ух тышка, что ты там делать такое? Как пианино какое-то. Но это надо открывать, потому что прикольная какая игра. Ну давай ставь, все, больше ничего нет? Есть. Что? Мармелад, Николь! Да. Ты его еще ни разу не пробовала. Это типа желеек, наверное, да? Типа современных желеек. А когда-то был мармелад. Да, все, больше ничего, да? Есть еще что-то? Да, мармелад. Еще мармелад.
Ого, сколько тебе мармелада передали. Ничего себе. Все, да? Да. Вот какие подарочки у нас классные. Спасибо. Виноминка и Сашенька Валюша и Макс и даже Наташа. И Никита, да? Да, Никита. Спасибо за подарочки, да. Бабушки, дедушки, спасибо, да? Да. Ну что, давай открой сюрпризики киндеры? Да. Посмотрим, что там в серединке. Давай. Давай. Что это? Пуарик! Пуарик? Да! Покажи. Ой, надо собирать там. Это пони? Это кошечка, нет? Это кошечка, Николь. Нет, вот. Ух тышка, покажи. Ой. Ух тышка, какая кошечка. В кепке такой крутой. Ну поверни-ка. А еще есть что-то. Поверни кошечку. Прикольно. Розовенькая, да? И кепка такая крутая. У меня снимается кепочка. А еще что-то есть. Что там еще? Что это такое? Это юбка, да? А, кошечки юбку не одели. Вот, оказывается, у нашей кошечки еще платье есть. Вот. И вот их коллекция кошечек таких, да? Да, красивые. Красивые какие. А вот такие еще есть красивые. Ну это они же и есть кошечки, и наша. Да. Какая она классная вот кошечка. Мур-мур-мур-мурочка, да? Мурка кошечка. Давай, открывай еще. Кинда. Тут у нас паровозик. И как зовут этот паровозик? Трено. Трено? Чагинтон. Ты ж любишь играть в эту игру. Да, у меня есть. Да. Паровозик? Прикол. А там клеить не надо? Наклеечки вон. И колеса есть. И колеса. И наклеечки еще есть. И наклеечки. Вот, красивые. Да, сейчас наклеечки. А я знаю, это так, да? А ну покажи сзади. Прям все показано, куда клеить. Наш паровозик. А ну покрути его чуть-чуть. Покрути. Прикольный. Мы его обклеили уже. Классно, да? Да? Ездит паровозик. А где кошечка? Кошечка. Кошечка. Вот она. Вот наша кошечка. Прикольные сюрпризики попались, да? Мне понравилось. Кошечка, кошечка, кошечка клевая. Кошечка. Ку-ку. Ку-ку. Классные игрушки, классные подарки у тебя, да? Кстати, даже есть головки и шоколадки. Да, и шоколадки были. Будешь пробовать. Ну что, всем спасибо большое за подарочки, да? И будем... Спасибо за подарочки. И будем говорить всем пока-пока? Да. Подписывайся на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Пока-пока! Пока-пока! И пропустите наше видео. Если понравилось видео, ставьте лайки. Пока! И пишите на комментарии.